яички в рот. Яички засунул. Привет, меня зовут Раиль, это Хижина Музыканта. Сегодня у нас третья часть «Баянист в чат-рулетке». Творим историю, возрождаем давно забытое искусство наших предков. Поэтому будь добр, подпишись на мой канал, здесь найдешь много качественной музыки, разных инструментов и просто классно проведешь время. Погнали! Привет. Опа, баянист. Оба, да. Ты считаешь это за туфту какой-нибудь? Нет. Как все остальные, нет? Прикольно. Ну давай, я жду. Так, что бы тебе прикольно сыграть тогда? А, вот смотри. Калинка моя. Да. Здесь папа, круче вещь, смотри. Мне нравится, круто, класс. А это тяжело играть на баяне? Ну да, если честно. Тут надо, знаешь, тут... У меня дедушка играет. Сейчас? Все еще? Да. Это здорово. А ты можешь Инстаграм свой оставить? А, у меня там нет фотографий. А, ВК? У меня нигде нет фотографий. Почему ты скрываешься? Не скрываюсь, просто не выкладываю ничего. Ты же красивая, тебе надо фоткаться. Наверное, поэтому у меня нет парня, потому что нет Инстаграма. А, походу, сейчас только так знакомиться, да? Ты татарин? У тебя акцент немножечко есть. Да, татарин. Это вот последнее предложение тебя немножечко это выдало. Выдало? Так-то я бы не подумала. Странно. Ну, даже если бы выдавала, не все разбираются в акцентах. Ну, а ты что, татарка, я знаю. Ты татарка? Да. Ничего себе. Как зовут? Ничего себе. По мне же видно. Яички в рот. Яички засунули. О, сыграй. Вы тоже считаете баян за говно? Нет, я и прошу. Это классно, у меня бабушка хуй на нем. Нормально. Давай, слушаем, погнали. Погнали. Бригада, да. Да. А вам... Чё? Прям как Пётр Дранга играет. О, это прям комплимент, спасибо. О, привет. О, снова ты. Мы Почему с тобой встречались. Ну, потому что вот так вот. Когда? Ты... Я что-то не помню. Ты был с гитарой это и с губной гармошкой. А, вот если так, только да. Да. Блин. А можно сыграть Макса Коржа или нет? На баяне? Ну как-то сложновато. Что-то там. Вот это новость. Меняется лицо. Дозвониться копу Палеву. Надо думать еще. Что делать, Аля, любимая? Я задержусь, прости. Позвонил друзьям, сказал расклад. Говорят, не плати. Но тлеет на столе шантаж. Тлеет на столе шантаж. Селяви. Все, что захотим, отдашь. Все, что захотим, отдашь. Но тлеет на столе шантаж. Тлеет на столе шантаж. Селяви. Все, что захотим, отдашь. Все, что захотим, отдашь. Это какая-то русская народная получается, да? Да, очень. Русская народная шантаж. Да. Исполнитель Надежда Кадышева, да. Ой. Пародист Филиппа Киркорова встретил. Все, есть обложечка.
А спонсором сегодняшнего выпуска является замечательный микрофон Fifine. Если вы хотите стать стримером, блогером, чат-рулетчиком, присмотритесь к этому бюджетному варианту микрофона. Подключается по USB, есть регуляторы, все удобненько, и звук будет хороший, и денег сэкономите. Ссылочку оставлю в описании под видео. Привет. О, ты нам будешь играть сейчас? Ну, хочешь, могу сыграть. Хочу, да. Ты не считаешь баян за туфтой? Не, классно. Я сама в музыкалке училась, там все на баянах всю жизнь играли. У меня папа на баяне играл, все нормально, все. Блин, круто. Своя, значит, смотри. Ты такой довольный, когда играешь. Ну да. Давно занимаешься? Ну, с 8 лет. А сейчас тебе сколько? Ну, ты думаешь, мне 19, наверное. Ну, я бы сказала... Ну, я бы лет 20 сказала, наверное, сейчас. Но мне уже 26. Блин, ты удивилась больше, чем я сыграл даже на цифру. Ну, потому что сыграл ты классно. Нет, ты не похож на 26-летнего. Турция где-то, да? О, сыграй что-нибудь. Давай, сыграю. Это баян? Да. Рофл. Ну вы еще этот, никогда не слышали, что баян с битбоксом делали по-любому, да? Давай. Смотри, сейчас попробуем. Обломали танец, девчонки. Круто! Очень классно! Спасибо. Ну, типа, как вам совмещение? Вообще, да? Вот так бы вы точно слушали этот старомодный инструмент, как многие его называют. Я думала, опять баян будет. Баян, но мы... Типа вот это? Все, что ли? Молодцы, веселые девчонки. Подпишитесь на меня, у меня просто канал есть. Вот здесь увидите, что написано, нет? Хижина музыканта. Да. Миллион! Ну да. Чего? Офигеть! Я немножко этот... Разнообразие делаю, типа, раньше на гитаре играл, сейчас побольше на баяне, потому что мало кто играет, правильно? Да, очень круто, очень круто. О, я прямо сейчас кручу в голове, она тоже сейчас, блин, может попадется и так потянул. Офигеть, это хижина музыканта, офигеть. Как такое возможно вообще? Ребята, так получилось, что Дина тоже снимает чат-рулетку, у нее есть свой канал, оставлю в описании под видео, не думал, что мы столкнемся. Раз уж такое дело, она татарка, я татарин, мы сыграем... мордовскую песню. Но она тоже звучит как татарская, я ее очень люблю. Может, сейчас тебе тоже понравится. Так далее, она не простая.
Аиль, как ты это играешь? Как это так быстро еще? Вот правая рука, вот левая рука. Как это ты успеваешь так? Я не понимаю. Еще можно битовать. Ну, под эту песню реально тяжело. Реально классно, чувак. Вообще настроение поднимается, знаешь, по такую песню. Вроде бы и татарская, но это не татарская. Ну да, похоже. О, сыграй что-то. О, я тебя знаю, слышь? Че ты врешь? Это этот ютубер, как его, который... Ну-ка, сыграй что-нибудь. Давай. Вместе. За все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. Че, я попаду куда-нибудь? Привет! Привет! Как делишки? Хорошо, у тебя как? Да нормально, вы зависаете что-то слегка. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ну да, есть немного. Блин, так грустно. А вы знаете, что баян это такой современный инструмент? Да. Ну, как современно, но знаете что? Вот видишь, все думают, что это не такой современный инструмент. Хотя на нем можно сыграть, допустим, Деспасито. Прикинь? И припев. Прикольно. Понравилось? Это вообще, да. Вообще да. Классно. Просто хлопаю. А ты какой-то, что ли, известный исполнитель? Почему? А? Ну, не знаю. По ну, неизвестный, видно. Просто... По тебе видно. Подписчики есть чуть-чуть, а так... Ну и все. Чего? Вот и все. Кому не хватило, переходите на мой второй канал под названием Раиль Арсланов. Именно на этом канале я начинал свою карьеру блогера в 2010 году. Именно туда я заливаю неизданные реакции, которые не вошли сюда. Ну мощный же выпуск получился. Напишите в комментариях, кто вам понравился больше, какая песня. Это был третий выпуск, с каждым разом все лучше. Если хотите четвертый, давайте на этом видео наберем 50 тысяч лайков. Я знаю, вы сможете. Просто поставьте лайк, переподпишитесь, врубите колокольчик и напишите комментарий. Все, ребята, увидимся, всем пока.